И так каждый будний день, утром и вечером. Тариф увеличился, услуга осталась прежней. Несмотря на нормативы и безопасность, маршрутка едет полная. Понять людей и водителей можно. Для одних нет альтернативы, а вторые не могут отказать пассажирам. Всем надо на работу или на учебу. Но сказать, что ничего не делается, нельзя. Только за 3 года частники заменили 30% подвижного состава. Обновление продолжается и сегодня. Около 15 единиц, 15 автобусов приведено марки «Газель». Next, и до конца мая планируется еще приобретение 5 новых автобусов. Мы уверенно встаем теперь в выполнение программы обновления подвижного состава. И большинство перевозчиков города, по крайней мере, я говорю от лица перевозчиков нашего объединения, по сути дела, тоже уже встают в программу обновления подвижного состава. Правда, могу сказать, что на каждом маршруте марки автобуса вместимости, конечно, будут свои, в зависимости от того, каков социальный портрет того или иного маршрута. Но этого недостаточно. Людям хочется, чтобы общественный транспорт ходил до 11 часов вечера или хотя бы до 10, как и должны. Возвращаться домой с комфортом, а не чувствовать себя килькой в банке, а зимой не думать, что едешь в холодильнике. Из-за закрытости самого автобизнеса и практически нулевого контроля исполнительной власти за услугами перевозчиков о реальном изменении системы с общественным транспортом можно разве что рассуждать. Нужна детальная проработка этих вопросов и, как минимум, заинтересованность всех сторон. В течение ближайших 3 лет запланировано приобретение как минимум 350 единиц автобусов. Принципиальное наше требование, чтобы это были автобусы среднего и большого класса. Для обновления подвижного состава в областном бюджете ежегодно будет предусматриваться сумма в 50 миллионов рублей. Оставшаяся часть средств будут вноситься самими перевозчиками. Пока же власть на дорогах города продолжает принадлежать маршруткам, быстрым, относительно комфортным и по выгодной для перевозчика цене. Марина Тимофеева, Бахтияр Салтанов, Иван Демидов, репортер 73.